Так, РЦ-3С, прием, прием. Роман, центр, три центр, РЦ-3С, прием, 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 РЦ-3С. Что-то я вообще никого не слышу. РЦ-3С. Игорь. РВ-5Ф, РЦ-3С. Прием, прием. РВ-5Ф, РВ-5Ф, РЦ-3С. Так, блин, запись пошла. Так, РВ-5Ф, РЦ-3С. Роман, центр, три центр. Прием, прием. Всем ЕРЦ-3С, прием, прием. Так, кто еще был? РА5АТ, КЮРХ, РЦ-3С, прием, прием. РЦ-3С, РВ-5Ф. О, Игорь, ну вот, видишь, здесь нормально все. Так что... Я здесь тоже его достаю. Вот, в принципе, последний вариант. Но на самом деле тут казалось, что я без антенны себя слушал. Я тут бегал по комнатам и забыл включить антенну. Вот, я тут даже с дураты маханул мощи побольше. Вот, но старая линка выдержала, похоже, прием. Ну, понятно, понятно. Нормально. А я зову там в пустоту, получается. Поэтому ты меня и не слышишь. Ну, там-то да, там вообще непонятно чего. А вот здесь вроде как репитер открывался всегда, и все было хорошо. А тут, значит, смотрю, нифига. И доходит до меня, что, наверное, антенны-то нету. Вот. Ну, вот так. Портативки все разряжены. Вот так вот бывает. И неудобно. На самом деле, конечно. Или надо больше аккумуляторов, или какие-то варианты по питанию, или все-таки нужна стационарка. Такая вот для таких случаев, для DMA, там всего остального прием. Да, я понял. Ну ладно, я пойду к компу, а то там меня народ заждался. Я сказал, что 2 минуты не будет. Так что КУИСО здесь провели. Давай, 7-3, в чате, услышим, пока. Ага, давай, чао, какао, спокойной ночи. Кстати, с Днем Победы!